Да прибудет с вами темная сторона силы, друзья, с вами Тарт, и мы продолжаем играть Jurassic World Evolution. Сегодня у нас новое обновление, 1.12, вышло новое DLC «Возвращение в парк юрского периода», о котором вы, наверное, слышали и следили за которым. Так, ну тут, в общем, описание, значит, это бесплатный контент, который вышел для всех, у кого есть игра. Вот, значит, у нас теперь динозавры могут нападать на команды рейнджеров. У нас есть теперь сигнальные ракеты, чтобы их отгонять, допустим, Т-рекса. И восстанавливать здоровье на базе они могут. Также теперь людям нужен туалет. То есть они теперь не просто гуляют бесконечно по парку, а у них теперь потребность в туалетах появляется. Так, и команда рейнджера получила возможность запускать сигнальные ракеты. Короче, в общем, как... Команды рейнджеров теперь могут делать то же самое, что и вот эти вот, как они называются, ну, в общем, вертолет. То есть он тоже может усыплять, можете ездить на джипе, усыплять. В общем, они теперь одинаковые функции несут, вам не обязательно там, допустим, если нет пока денег, можно ограничиться одним этим, как его, одной постройкой. Так, присоединитесь к доктору Алану Гранту, доктору Элли Сеттлер, доктору Яну Малкольму, вот три доктора. В этом сценарии в стиле «Что было бы, если», чтобы исправить ошибки прошлого и спасти парк юрского периода. Давайте посмотрим, что они там нам подкинули. Да, у нас тут должны быть новые эти модели. То есть не просто скин новый, а именно модель сама изменена, как в первом фильме, там вот так же все изменено будет. То есть Т-рекс будет по-другому выглядеть, рапторы по-другому будут выглядеть. Брахиозавры, там анкилозавры, все, короче, животные, которых в фильме показывали, будут выглядеть по-другому. Это все стоило 840 рублей. Да. Знают они, как выкачивать деньги из игроков. Разработана компанией Frontier Developments. Developments, наверное. Возвращение парка юрского периода. А где вот эта музыка из начала фильма? Вот что такое? Все, возвращайте деньги обратно. Мне не нравится. Исла Нублар. Класс! И будет еще лучше, мистер Каббот. Уж поверьте. Я и в первый раз вам не поверил, Джон. И за что я вам только плачу? Доктор Малкольм не единственный, кого терзают сомнения. Мы хотели бы вам верить, но нам нужны хоть какие-то гарантии. Каково это? Впервые увидеть динозавра? Это чем-то похоже на любовное увлечение. Сначала ты теряешь голову от счастья, а... потом начинаешь замечать клыки и когти. Момент действительно уникальный. Скажем так, я впечатлен. Вот почему парк юрского периода должен жить, доктор Грант. Будет эгоистично лишить весь мир возможности пережить подобное. Кое-что из пережитого здесь я бы с удовольствием забыл. Именно поэтому я снова собрал вас здесь. Если бы вы все с самого начала... участвовали в создании парка. Все могло бы выйти иначе. Я исправляю свою ошибку. Мы дадим вам этот шанс, Джон. И что важнее, мы дадим динозаврам новый шанс приспособиться к современному миру. Хоть это крайне оптимистично и неразумно с нашей стороны. Я докажу, что это возможно. А вам, доктор Малкольм, я докажу вашу неправоту. Все когда-нибудь бывает в первый раз.
Как можно догадаться, на Исла Нублар все еще царит некоторый беспорядок. Так что работы у нас по горло. Развращение на место преступления, так сказать. И какой же мой грех? Гордыня, Джон. Возможно, на этот раз стоит несколько умерить аппетиты. Я признаю, что в пылу энтузиазма упустил некоторые существенные детали. Чтобы этого не повторилось, я пригласил вот этого молодого человека, Кабота Финча. А какой научной сферой вы интересуетесь, Кабот? Бизнес-менеджмент. Бизнес, говорите? Вот уж чего нам тут не хватало. Я обсудил планы с мистером Хэммондом, и начать нужно с пункта прибытия. Затем мы наладим работу основных систем острова и пастарейнджеров. Мы? Ну, я имел в виду вас, доктор Грант. А также доктора Сэтлер и доктора Малкольма. Дел много, но задача нетрудная. Вы тут впервые, да, Финч? В общем, я так понял, события после первого фильма, потому что ну, все те же самые герои, по сути, которые недавно только-только свалили с острова, опять же возвращаются, чтобы попробовать сначала восстановить его и сделать из него то же самое, что мы видели в мире юрского периода только вот еще тогда, в 92-м году или когда это все было. Не нравится то, что вообще все голоса не оригинальные. То есть только-то доктор Малкольм оригинал, а все остальные какие-то левые челики озвучивают, и слух режет очень сильно, особенно Хэммонд. Вообще как-то не могу его слушать. Но это, конечно, приятно, что старые герои вернулись, но вообще как-то неприятно слышать. Не знаю, лично мне. Пока что это минус дополнения вот этого. Молодой Кабот Финч также им помогает, который потом уже на мир юрского периода к нам переместился и там уже разжирнел, постарел и стал просить денег больше, чем сейчас. Сейчас он молодой, энтузиазм такой у него прет, а потом он начнет бабки только просить, и все. У него все шутки вокруг денег крутятся. Очень много диалогов, такое большое вступление прям сделали. То есть это вот прям вот все дополнения к игре должны выглядеть примерно так, вот я считаю. Так, значит, постройте вертолетную площадку пункта прибытия, постройте присоединение пост-рейнджеров. Так, понятно. Первый шаг к возрождению парка юрского периода — это повторное освоение острова Исла-Нублар. То есть те особи, которые были созданы изначально, сейчас свободно разгуливают по оставшимся после инцидента обломкам строений. Для подготовки площадки мы должны поймать оставшихся динозавров, поместить их в безопасное место. Сначала нужно восстановить функциональность ключевых зданий. Постройте пункт прибытия, пост рейнджеров, мы начнем работы. Остров будет потерян, если погибнет слишком много динозавров. Но я не знаю, что они дохнут. Я так и не понял, что надо делать. Вот смотрите, у нас все новые строения выглядят по-другому. Площадка пункта прибытия. Нет, подождите, дайте я вообще карту гляну. Ну, остров большой, надо заметить. Так, окей, ладно. Пост рейнджеров. Я да вообще не знаю, куда что местить, если честно. Ну, здесь день поставлю. Вот, смотрите, указатели появились. Да, объектов они много добавили. Для каждого вида, серьезно? А, вот смотрите, гадрозаврит. Ну, отдельно. Стегозаврит. Ну, короче, самых популярных, а потом они пошли в общую. Общую кидать. Дротики с транквилизаторами. Теперь они могут усыплять динозавров сами. Ну да, я то же самое вам рассказывал. Смотрите, у них нет площадки. Ну-ка, как это строение выглядит? Интересно же. Необычненько. Так, а почему написано, что дорога не присоединена? Потому что она не присоединена, да? И куда мне ее местить, эту дорогу-то потом? Окей. Не то нажал.
Так, ладно, давайте управлять транспортом. Ого! Динозавры тут бегают. Рапторы. Нормально. Так. И что, все? Больше я не могу ремонтировать. Вылечить обез... Ну-ка, давайте посмотрим, как сигнальная ракета выглядит. Ага, прикольно. Почему? Что делать с этой дорогой-то, я не понимаю. Требуется электроэнергия, дорога не присоединена. А с чем мне ее соединить? Дороги. Так, все соединено. Что где происходит? Ой, ладно. Инфраструктура. Так, у нас нужна площадка пункта прибытия, да, поставить ее куда-нибудь. Давайте. Так, наверное, поставим. Пока непонятно, куда дорогу вести. Типа... Тут нигде нет ни начала, ни конца, и они просят соединить. Или типа пока нет поста прибытия, они считают, что дорога закончена. В общем, я ничего не понимаю. Не, ну над этим они, конечно, постарались. Выглядит все круто. А вы не рады возвращению, доктор Грант? В прошлый раз я уходил отсюда в большой спешке. И сейчас не очень-то горел желанием возвращаться, но повторение той ситуации я хочу еще меньше. Поэтому я здесь. Кроме того, это мой шанс поработать с живыми динозаврами. Я ответил на ваш вопрос? Исчерпывающе, доктор Грант. Мистер Хэммонд абсолютно уверен, что мы сможем воплотить его планы в жизнь именно так, как задумано. Уверенности Джону Хэммонду не занимать. А вот компетентности... У меня хватит с запасом, доктор Грант. Итак, для начала запустим геотермальную электростанцию. Хорошо. Как закончим, займемся центром для посетителей. После ремонта он станет отличной базой для дальнейшей работы. Ну, я это все сделал. А, восстановить поврежденный вольер рапторов. А где у меня вольер рапторов? А, я вас понял. Давайте сгоняем. Почему меня не тянуло возвращаться? Но отказаться было бы еще большим мучением, потому что природа всегда на своем. Она всегда на своем. Я чувствую то же самое. Нельзя отрицать, что здесь и сейчас творится история. Возможно, я определяю будущее Земли. Возможно. А как же доктор Грант? Мы команда. Плечом к плечу. В горе и радости. Да, доктор Сэндлер, вы правы, но...
Здесь царит хаос. Вдруг наши усилия лишь оттягивают неизбежное. Уровень ответственности сейчас другой. В прошлый раз мы были гостями. А теперь мы с ним партнеры. У нас есть все знания и возможности, чтобы изменить все к лучшему. Амбициозное заявление, доктор Сеттер, но сама идея мне нравится. Вот и хорошо. К центру для посетителей можно добавить исследовательский модуль. И мы сможем начать строить ограждение. Спасательный бункер тоже не помешает. Мы с вами прекрасно знаем, чего стоит эти ограждения. Ну я не утонул, то ладно. Так, подожди, люди стали ходить, вы серьезно? Тут раптор бегает. Или уже не бегает? Уже убежал куда-то. Выглядит прикольненько. Все строения новые, мне это вообще нравится. Все по-новому. Смотрите, они тут сидят в кафешечках, когда вокруг эти динозавры бегают. Вообще, им вообще ничего не мешает. Так, что там надо-то? Так, давай. Построить исследовательский модуль. То есть теперь, короче, внутри одно это строение, и в нем уже это все размещается. Это удобно. Меньше занимает пространство, и он еще может гостей принимать. Так, вот его надо ловить. Вот гаденыш. Вы откуда тут беретесь? Ты смотри, они убегают от меня? Не хотят попасться. Так, еще за исследование. Ой-ой-ой, я что-то пропустил. А, понятно, ничего не пропустил. Электрическое, оно мне надо. Ну ладно. Походу в первом парке все электрическое было. Так, динозавры, брахиозавр. Но мы все это читали. Просто показывают, какие динозавры в парке открыты. Да, все это читали, ничего нового. Озвучка новая. Грубо говоря, вдохнули в игру вторую жизнь. Да, но это мы тоже все читали, так что читайте на паузе. Я поэтому вам так все и показываю. Для тех, кто вообще впервые к этой игре подключается, потому что для тех, кто за меня смотрит, мы все это уже 500 раз
прочитали, да. Мистер ДНК – мультяшный персонаж, создан, чтобы рассказать посетителям парка юрского периода науки создания динозавров. Ее можно было увидеть вместе с Джоном Хэммондом в фильме, который показывали в центре для посетителей. С тем персонаж был переосмыслен, но выполнял ту же функцию в центре инноваций мира юрского периода. Дональд Джинара был юристом. Ну, это мы все тоже читали. Что-нибудь новенькое закинули бы нам, что ли? На Малтуна тоже читали. Простуда тоже читали. Хорошо, ничего интересного. Так, все, я теперь могу строить загоны. Электроэнергию могу строить? О, да, смотрите, у нас тут все по новой. Так, ладно, но мне нужны загоны. Нет. Какие ворота? Загоны. А где ограждение? Требуется исследование. Ну, капец. А, только-только выполняется. Все ограждения тут электрические, да? О, отлично, трактор огородился. Так, куда тянуть-то? Что постройте и присоедините защитный бункер. О, какой маленький. Прикольно. Озвучка новая всех вот этих строений, всего так, а? Нет. А, раскрасок нет, тупо один вот этот джип и все. Печаль. О, даже, слушайте, служба перевозок есть здесь. То есть нам вообще теперь вертолет нафиг не нужен. Мистер Хэммонд очень обеспокоен. Нам сообщают о травмах среди сотрудников. Велоцирапторы. Их нужно запереть в вольере для рапторов. Доктор Грант, разве вы не спец по рапторам? Скажем так, у него с ними долгие и натянутые отношения. Решив посвятить жизнь изучению хищников, нужно принять жестокую правду. Если встретишься с ними лицом к лицу, они убьют тебя на месте. А вы ведь с ними встречались. Именно парк юрского периода дал вам такую возможность. Это чего-то достоит. Это стоило мне множество бессонных ночей. Ты смотри, он гад ворота ломает, пробиться хочет. О, хитрец. Добавляю задание. Да хоть заломайся. Вот сволочуга, ты смотри. Вдвоем уже ломает. Ну, вообще наглетура. Еще и ограждение сломал, ты че, вообще бесстрашный, что ли? Лови его, ты че встал? Ты че встал-то, тормоз? Не, я не знаю, че он завис. Тормоз какой-то. Выдвигаюсь на сбор актива. Выдвигаюсь забрать актив. Требуется забрать актив. Как же туго он поворачивает. А сбить его можно? Нельзя, ладно. Вот паразит, ладно, сам его лови. Не хочу за ним гоняться долго.
Тут их можно держать тупо внутри, но им же там капец тесно. Там вообще метр на метр. Чё им не нравится, не понимаю. Чё их током не бьёт? Чё они борзеют? Злится он. А мне вот не пофиг, что он злится. Необходимо забрать актив. И как мне сюда-то их перевести? А, вот я туплю, блин. Ладно. Их нужно именно в этот вольер засунуть. Задание получено. Ну и что ты встал? Вот смотрите, вот 10 лет разворачивается. Вот велоцираптор уже всех людей сможет попереубивать. Вот что он делает, собственно говоря. Капец. Фига он его вот толкнул. Ого, сейчас бросится. Как он убил, если я в него стреляю? Что, типа, анимацию не пробить? Да господи, нет. Что ж так все неудобно. Я просто не думал, что прям сюда можно. Я думал, нужно, типа, вот вольер для рапторов, все дела. Фига они меткие, кстати, эти приятели. Он только выехал, уже побил его. Сейчас наша цель – взять ситуацию под контроль, верно? Контроль? Нет, Финч. Максимум, что можно сделать на Исла-Нублар – упорядочить хаос. Для этого мы вас и наняли, доктор Малгай. А как же мое несравненное обаяние? Нам нужно лишь навести порядок в парке, какой бы хаос в нем ни творился. Дальнейшие планы будем строить позже. Мы с Алланом все еще сомневаемся насчет открытия парка для туристов. Это довольно мягко сказано. Я понимаю ваше беспокойство, но всему свое время. Насколько я помню, на ваших раскопках в пустошах тоже присутствовали посторонние. И они вам платили, верно? Пожертвования помогали нам продолжить исследование. Как и я. И мы благодарны, но... В парке юрского периода вы занимаетесь тем же самым, доктор Сэмпер. Просто в значительно больших масштабах. Попкорн и развлечения в комплекте. Джон, ваши идеи прекрасны, но вот над их исполнением нужно еще поработать. Для этого я и собрал вас здесь. С вашей помощью моя мечта будет... Ну им же там тесно. И между нами есть еще одно ключевое различие, Джон. В Монтане мы с Элли выкапывали останки динозавров из земли. А здесь динозавры зароют землю нашу, если не сожрут целиком. По-моему, уникальная возможность. Финч, вы когда-нибудь научитесь держать рот на замке? Ого, Финч уже никому не нравится. Да, кстати, смотрите, тот самый брахиозавр.
Все, выполнил. Ого, тут заданий. Я думал, их поменьше. Чтобы каталогизировать и восстановить данные, потребуется немало времени. Доктор Ву оставил после себя целую тонну материалов. Удивительно, что что-то вообще осталось после того, что натворил Недри. Верно. Но после бури, динозавров и происков Недри, в записях, базах данных и документации царит полный хаос. Но в нем можно разобраться? Если уж мы смогли создать динозавров, то и файлы на компьютере рассортировать сможем. А мы смогли? Может, это просто очень реалистичные модели? Алан, это живые существа. И я не хочу, чтобы они противоречили законам природы. Использование ДНК амфибий – большая ошибка фонда Хэммонда. Использование тех неучей – вот где ошибка. Но сейчас у Хэммонда другие помощники. Мы? Даже не знаю, что он нашел в этом каботе. Мне это про тебя все время говорят. Да ну. Говорят, значит. А про доктора Рок-звезду что говорят? До нас дошли сведения о том, что, несмотря на все усилия доктора Ву, динозавры в старом парке активно размножались. Мы должны найти способ остановить это. Для начала нужно собрать данные, например, фотографии. Пусть ваши рейнджеры сфотографируют, как динозавры спят и общаются друг с другом, но не приближаются к ним слишком близко. Начнем нервировать зверей. Ты меня не учи тут. Сам знаю. Остров будет потерян, если погибнет слишком много динозавров. Я вина, что они дохнут. Знаешь, что мне нужно? Нет. Изображение динозавров. А мне много тоже чего нужно. Я составлю список с требованиями к фотографиям. Никогда не думал, что однажды смогу заснять динозавра. Впервые этим занимаюсь. И еще, Алан. На этот раз сними крышку с объектива. Ага. Если не забуду. Алан-то тормоз. Было бы забавно, если бы ты мог бы еще... Ух ты! Если бы ты мог бы еще посылать их фотографировать. Помимо того, что посылаешь там... Офигеть, в дождь джип вообще жесть как заносит. Прикольный бункер. Вообще невозможно ездить. Вот они общаются, по-моему, не? Общаются, да, все правильно. Так, а теперь покажите мне, кто из них спит. О, новая фотография! Круто! Они все бродят. Никто из них спать и не хочет. Интересно, если я близко подъеду к трицератопсу, он на меня бросится? Ну, чисто так, из интереса. Нет, пока ему пофиг. Так, ну-ка. Побибикаю. О, завелся, смотри. А, не, он испугался, ладно. Я-то рассчитывал на бой. Да, теперь из них точно никто спать не хочет. Прости, брахиозавр, но я должен поменять тебе кормушку. Что вот эти за символы теперь, типа, обозначают динозавров? Хочу попробовать выстрелить рядом с трицератопсом сигнальной ракетой. Интересно, что будет... О, спит! Отлично. Трицератопс спит, правильно? Все, отлично. Я все выполнил. Я гений. Симпатично. Добавлю в свою коллекцию. Ладно, не хочу ему мешать. У любого живого существа есть два базовых инстинкта, которые невозможно подавить даже с помощью генетических манипуляций. О, смотрите, они реагируют, они подходят к свету. Выживание.
Второй. Прикольно. Размножение. Такие типа, о, что это за штука? Есть и третий. Доминирование. Реально, он подошел, тупо смотрит, типа. Размножение динозавров. Они довольно долго свободно бродили по острову, так что красавец. Можно предположить, что размножиться они уже успели. Рекурсивный сценарий. Че смотришь? Что это значит? Несмотря на то, что в мире царит хаос, некоторые события можно предсказать, так как они повторяются вне зависимости от стартовых условий. А одно из таких событий – желание неких доисторических организмов продолжить свой род. Тут еще и климат тропический. Самое то для молодых пар. Возможно, повлияла еще и пища. Несомненно, но лучше об этом не думать, учитывая, чем некоторые из них тут. О, смотрите, он за мной бежит. Ага. Не-не-не, не трогай, не трогай! Пошел нафиг! Ты смотри, блин, на тачку бросается уже, совсем оборзел. Ты думаешь, если ты когда-то вымер, я не смогу еще раз это устроить, да? Да, да? Давай, давай, нападай, ты трус. Все, все, я пошутил. Давай, спокуха. Ладно, все, хрен с тобой, я поехал. Не бесись. Все, возвращайся на базу сам как-нибудь, давай. Сам справишься. Я не хочу им ограничивать размножение, пускай размножаются. Меня все устраивало. Детенышей бы посмотрел. Но тут их, походу, нету. Все взрослые. Ролан Темба тоже было, просто читаем на паузе. Не, остров большой. Нормально. Не так, не знаю, но все равно мелковат. Когда начинаешь отстраиваться, тебе постоянно места не хватает. Меня напрягает, что три раптора, которые два вот так в ряд могут встать, они все втроем вот тупо вот в этом вот, как китайцы в клетке вот, вот так сидят, короче. Не в обиду китайцам, конечно. Ну все, я все исследовал, что тебе еще нужно. Испытайте меры по ограничению размножения на одной особи каждого вида динозавра. Мы разработали вещество, которое остановит их размножение. Вот. Доктор Малкольм, вы можете собрать команду для обработки особей? Команда рейнджеров обстреляет их с помощью дротиков, а я понаблюдаю с безопасного расстояния. То есть пускай велоцирапторы размножаются, да? Берут? Ну ладно. Для вас финчане точно сделают исключение. Воу-воу-воу! Простите. Я просто немного выпил. Это ворота? Или нет? Да, это ворота, окей. Да, вот здесь они типа проезжали, да, вот тут. Вот. Нарисовано, что тут дело фазавры живут. Смотрите, болото у них тут прям. Ухо. Так, а где мне искать этих засранцев? Так, я вообще построю, они еще в загоне или уже сбежали? Да, они еще в загоне, надо просто дальше проехать. Вы меня вообще не боитесь, да? Вообще бесстрашная, я смотрю. Ой. Ты чё орёшь на меня? Иди отсюда. Запасы кормушки пополнены. Я тебе еды принёс, братишка. А ты... шикаешь на меня. Отворяй. Барин приехал, давай. Поехали, 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 быстрее, 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 давай, давай, давай. Блин, я пока еще вообще не привык к этой карте.
Какая же тугая машина. Давай, поехали. Воу. Так, все, мы живы. Да, только я мог не влезть. Все, теперь Галимимус бесплодный. Паразуролов бесплоден. Брахиозавр бесплоден. И Трицератопс бесплоден. Повторяется, Хэммонд. Нет, я этого не допущу. У вас может не быть выбора, Джон. Финч, расскажите мне все. У вас есть отчет? Кажется, нашу компьютерную сеть атакуют. Нас взломали, Джон. Доктор Малкин прав. Они повредили код энергосети. Нет. Только не говорите, что ворота открыты. Не буду, но от этого они не закроются. Нужно срочно обеспечить безопасность динозавров и сотрудников. Я же сотрудник, да? Подключи питание обратно. И персоналу будет нечего бояться. А я, напоминаю, тоже персонал. Пока мы разговариваем, мои программисты уже переписывают код. Финч, вы поможете нам эвакуировать персонал? Сотрудников, одним из которых являюсь я. В смысле? Все, спать. Так, ладно, электричество восстановлено. Подожди, он пошел атаковать трицератопсов? Он что, вообще дебил? Почему все это ворота по отдельности нужно закрывать, я не понимаю. Не, пока перевозить не буду, там я ворота не закрыл еще. Да не управлять я хочу. Чё так задач мало? По две. Давай. Лови его. Перезапустить саботированные электростанции ворота. Вообще тупо, каждое ворота отдельно нужно закрывать. Это же дебилизм. Так, все отлично. Добавляю в список. Этот один тут гуляет, хорошо. Давай, едь. Что ты там завис, я не понимаю. Смотрите, у нас тут еще отдельно трицератопсы живут. Окей. Ты что там вообще, дурачок? Ты чего встал-то? Зачем на дилофозавра-то наезжать? Можно же объехать. Господи, искусственный интеллект. Нет, нужно и мимо. Вот нужно по трупу проехать. Вот, вот. По спящему динозавру. Больше-то негде же ехать, да?
Так, я пока этих бедняжек перевезу обратно. Еще вертолет один, то есть он тупо один летает, а нет, два, ладно. А, окей, мне почему-то показалось, что это один и тот же вертолет. Да почему я все время нажимаю управлять-то транспортом? Назначаю дополнительное задание. Актив перевозят. Перевожу актив. Идет транспортировка актива. Все ясно. В программном обеспечении для инфраструктуры парка столько багов, что я не понимаю, как все это раньше вообще работало. Но вы залатали все дыры, правда? Нам осталось протестировать новую антишпионскую защиту. Правильно, не нужны нам тут лишние глаза. Мистер Хэммонд также хочет убедиться, что с динозаврами все хорошо. Думаю, с этим проблем не будет. Ага, с этим проблем не будет. Когда в парке звучит эта фраза, это значит, что проблемы уже есть. Класс, тут у нас еще шпионаж какой-то. Нежелательные характеристики. Ого. Прикольно. Туалет. Туалет самое важное. Куда сейчас они ходят, если у меня в парке нет туалетов? Бесит, что динозавр не мог добраться до центральных зданий, да без проблем. А, рука хрустнула, прошу прощения. Так, больно было. Выглядит как какой-то ларек, если честно, а не как станция для защиты от штормов. Можно же сказать, штормовая станция. Нет, я говорю, станция для защиты от штормов. Я вот все время чушь несу какую-то. О, машет кому-то, пальцем показывает. Кому-то... Кстати, у них новая одежда у всех этих работников. А то на старую уже надоело смотреть, если честно. Новый вертолет. Последние отчеты о безопасности меня вполне устраивают. Теперь мы можем перейти к следующему этапу. Собственно, динозаврам. И для этого нам предстоит отправиться на Исла Сорна. Но это мы уже будем в следующем видео смотреть.
Это наш объект Б. Изначально здесь был один большой питомник, он же вспомогательный исследовательский комплекс. Мы не жалели средств. Не хотели держать все яйца в одном инкубаторе, да, Джон? Можно сформулировать и так. А как еще? Все дело в разнообразии окружающей среды. Другими словами, вы не были уверены, что на Ислану Блара не выживут. Самые знаменитые труды Дарвина посвящены видам, обитающим на Галапагосских островах. Изолированным видам. Кроме того, здесь мы могли бы работать вдали от любопытных глаз. И вдали от спасателей. За тысячи миль. Доктор Малкольм не изменяет своему пессимизму. Ну и что, ты мне приближаешь и ничего дальше не говоришь? Уберите вот эту надпись, спасибо. Теперь, начиная новую игру в режиме испытания или песочницы, на любом доступном вам острове вы можете выбрать эпоху парка юрского периода. На островах в этой эпохе можно возродить только здания из парка юрского периода, использовать только специальных динозавров и особую экономику. То есть не всех динозавров, только специальных. Хорошо. Начнем с самых неотложных дел. Кабот. Есть, сэр. Судя по всему, для дальнейшей работы нам нужна новая база. Пост рейнджеров и центр для посетителей вполне подойдут для штаба. Хорошо, но это мы все посмотрим в следующем видео. Надеюсь, это вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. И в будущем будем проходить все вот такие игры, все обновления на моем канале. Так что не переживайте за это, все будет. А продолжим проходить в следующем видео, скорее всего, завтра. Так что приходите и продолжим исследовать уже Ислану Сорна. Во, чуть не ошибся. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока.